Россия будет делать все необходимое для укрепления отношений с Азербайджаном. Об этом на пресс-конференции заявил посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников. По словам дипломата, есть большие перспективы для развития двусторонних отношений. Именно тесные и дружественные контакты между президентами России и Азербайджана задают тон всему многообразному и разностороннему сотрудничеству между нашими странами. У нас на повестке дня на начало октября стоит форум межрегионального сотрудничества, который должен пройти в Гяндже. Это будет крупная встреча регионов наших стран. До конца этого года должна состояться очередная сессия межправительственной комиссии наших стран. Михаил Бочарников также коснулся вопроса урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Он отметил, что Россия подходит к решению этой проблемы через призму созданного и признанного механизма Минской группы ОБСЕ, в которой Россия также является одним из сопредседателей. Наша цель – оказать сторонам в этом урегулировании всяческое содействие для того, чтобы они сами договорились о той формуле, которая окажется приемлемой для двух сторон. Я замечаю некоторые движения общественности. Есть неправительственные организации, которые здесь, в Азербайджане, осуществляют свою деятельность. Я даже могу отметить, что духовные лидеры, религиозные лидеры наших стран посылали такие обращения, которые способствовали бы миру и регулированию этой проблемы. Посол России в Азербайджане также высоко оценил значимость конвенции о правовом статусе Каспия, назвав ее исторической и отвечающей интересам всех стран-участниц. В скором времени эта конвенция, которая имеет общий характер, будет воплощаться в конкретные вещи в результате работы рабочей группы высокого уровня. Какие проекты будут выработаны, я пока не знаю. Могу от себя высказать мнение, что, возможно, одним из проектов станет создание системы круизного туризма на Каспийском море. В этом заинтересованы многие страны, в этом заинтересованы наши люди, которые хотят путешествовать. Этот вопрос не формализован, должно говориться, но эта идея витает, и мне бы хотелось, чтобы она реализовалась в достаточно короткие сроки. Посол отметил, что в ближайшее время планируется подписание крупного пакета документов между Россией и Азербайджаном, который будет касаться сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. В сентябре в Баку пройдет неделя российских фильмов, а в ноябре международный театральный фестиваль с участием гостей из России. Эсмира Алиева, Джавид Гадыров, Руфат Алекперов, CBC.